ремонтируются дырки. Я вам честно говорю. Я вижу. Это не ремонтируется. Здесь люди попросили подсыпку. Угу. Тут просто, чтобы подсыпать ямы. Это еще до ремонта внутридорожных и внутриквартальных дорог очень-очень далеко. То есть еще будут ремонтироваться? Конечно. Это просто на подсыпку. Ну, посмотрите по ямам. Я голова квартального комитета. Кто тут сильно возмущается по поводу ям? Я хотя бы это, мы в плане фиг на какие стоим. Хотя бы вот эти ямы заделать. Люди писали заявление, ходить невозможно, вы ездите на машинах. А сейчас тем более ходить невозможно и ездить невозможно. А по какой причине невозможно сейчас ходить? Это просто кошмар какой-то. Так не делают дороги. Так мы их не делаем. Это не так делаем это, когда ложится асфальт. Ну зачем это, когда грязь развели здесь? Да какая грязь? Это же асфальт, это отработка асфальта, это не грязь. Да, не муж так и сказал, переработанный ненужный асфальт просто выкинули кучами, потому что они считают, что так лучше. Ну разве это так делается? Даже ямы засыпать, разве это так делается? Как делается? Объясните нам технологию. Мы не понимаем. Ну, значит, пройдите курс обучения и сделайте по-человечески. Нет, вы сейчас делаете нам замечание. Объясните. Я не специалист, но по крайней мере я это видеть не хотелось бы. Смотрите на эту глину. На эту глину. Как можно на это вообще смотреть? Почему чиновник города сам сюда не приехал? Пыль в глаза впустили, извините меня, типа сделали вид, что мы сделали какую-то работу. Это не работа, это не результат. Кто делает такую показуху за 3 дня до выборов? Это жильцы писали не один год сюда заявки в горисполком и в исполком. Не один год шли заявки от жильцов нашей улицы. Никто никогда не реагировал. Когда мы обращаемся, как вы говорите, к железной дороге, обращаемся ко всем предприятиям, которые находятся в нашем районе. У меня ж на балансе в районе нет ни одной единицы техники. И то, что ездит трактор, это же не бюджетные средства, я вам просто сразу говорю. Мы просто кого-то просим. Мы просим, естественно, на безоплатной основе. И когда кто-то делает что-то не так, я считаю, просто можно выйти и сказать, ребят, ну честно, не очень, можно сделать вот так. И это нормальный подход между нами и вами. Смотрите, мы же не взяли, не сделали, не сказали, все, это капитальный ремонт дороги, наслаждайтесь. Ну, извините, что я так говорю. Ни в коем мере этого не будет. У нас сейчас, у нас выделены деньги на Долгинский район. Поверьте, больше всего на Долгинский район в этом году выделили деньги. И делаться будет все Долгинцево, Кириленко, делается Литкий капитальный ремонт. Очень много дорог делается в Долгинском районе в этом году. То есть вы хотите нас уверить, сказать, что после выборов сюда приедет техника нормальная. В течение 2016 года на Жигулевском мы сделаем нормальную дорогу. Я вам даю слово. Потому что, понимаете, в течение 2016 года, понимаю, давайте мы друг друга услышим. Латали там дорогу на Дружбе, за светофором, и там ямы, глубину, а там не закончили, так там не закончены работы. Не закончили. Мы же работаем парк по Серафимовичу. Начали убирать. То, ну, что, вы в парке что, были вчера? Я был в парке. Вчера вы были там, в парке? Нет, вчера именно зайдите не был. За ребенком парк. Я иду в школу. Зайдите, значит, там, где было открытие парка, там хорошо поубирали, где камера снимала. А почему вы не поехали дальше по парку и не посмотрели? Значит, там, где происходила показуха, ну, так его называют, там вылезали как пылесос. Сделали, понимаете, площадку для съемки. Зачем говорить, что сделали? Заедьте вы вот сейчас, поедете в парк, идут, посмотрите, там, где лавочки стоят, там, где чистенько сделали. А пройдите по всему парку. Я с вами не согласен. Я в том парке провел последние 2 недели с утра до вечера. Ну вот я вчера там была. Почему-то все дети... Ну просто стыдно, ну просто конечно стыдно. Я поставил, я за свой счет купил лавочки туда. На следующий день утром пришел, валяются пустые бутылки в подводке. Валяются семечки и все прочее. Я за свои средства провел туда бесплатный Wi-Fi. Менталитет годами нарабатывается. Но не спешите, у вас не хватает времени, не хватает сил. Сделайте полностью парк и рапортуйте. А вы сделали специально под выборы. Ира, в том году объявили субботник. А почему раньше это не было сделано? Почему? Ну, новая голова, новые проблемы. Я считаю, лучше раз ее сделать и на 20-30 лет забыть о этой дороге. А то, что сейчас засыпали и... Это бесполезно. Налоги-то куда? В город идут? Ну, а город. Потом распределяются как? Конечно. По остаточному принципу, да? Всю жизнь было, вы же прекрасно на понимаете. Вы гораздо... Сколько работает? Это же весь район железнодорожники. И конечно, все работают, и все платят налоги. Да, все работают, легальные и все налоги, платят. А когда мы обращаемся налоги к тому, что живут ваши люди в доме, в котором нет отопления, и они не хотят отапливать, нам говорят, там мы тут у нас реорганизация идет, мы из государственного предприятия впад, мы ничего не знаем. И на Вахрушево стоит 3 дома, которые не отапливаются. Люди, которые всю жизнь проработали на железной дороге. Это я вам один из фактов привел по поводу железной дороги. Проехали на
засыпали. Ну и вот, машины проехали. Лучше не засыпать, пусть яма остается. Если вы собираетесь делать дорогу, то делайте сразу дорогу. А не вот этот кошмар, который вы натворили. Вы засыпали яму, проехали машины, вы только что мне объясняли. Проедут машины, все укатается, все будет красиво. Проехали машины, лужа, яма. То же самое, так и там. Вон опять же проявляются ямы и лужи. На основании тех жалоб, которые неоднократно поступают от жителей нашего района по частному сектору, по поводу того, что у них ямы, невозможно пройти, мы отработанным асфальтом засыпаем до того момента, как будет возможность отремонтировать капитально эти улицы. И за сегодня и за вчера мы уже отработали улицу Логовую, Янки Купала, Обнорского, Шепетовскую. То есть везде мы засыпаем, мы выбираем самые благоприятные условия для логистики, чтобы далеко машины с отработкой не ездили, а по месту делали благо для людей. Опять же, основываясь на тех обращениях и жалобах, которые идут от жителей района. Сегодня получилось, разделилось мнение по улице Жуглевской на две стороны. Одна сторона – это жители пятиэтажек, вторая сторона – это жители частных домов, которые частные дома благодарят, спасибо, что мы не идем по ямам по колено, а жителям с домов не нравится вид из окна. Я приехал сюда для того, чтобы найти общий компромисс и принять решение, как быть дальше, чтобы люди были, все стороны были довольны. И хочу сделать акцент, самое главное, это ни в коей мере не связано с выборами мэра города. Так как работала у нас фреза по улице Сахарова, мы засыпали таким же образом на ласточке все улицы. Сегодня и вчера у нас работают политки, мы засыпаем район Дружбы Долгинцева. Поэтому еще раз делаю большой акцент. Мы работали до выборов, во время выборов и будем работать после выборов. Однозначно даю честное слово.